Риксос Бельдиби. Это холл. Вот отель. Территория очень просторная, комфортная. Вот такие высокие потолки. Здесь зона. Сейчас мы находимся на нижнем этаже. Здесь есть проход в зону бассейна и к морю. Очень зеленая территория, огромная, много цветов. Много также отдыхающих, но они очень рассосредоточены и есть ощущение уединения. Зелень просто невероятной красоты, очень насыщенные яркие цвета. Кажется, что попал в сказочную страну. Вдали море, очень спокойное сегодня. Погода отличная. Сейчас 20 мая 2017 года. Сезон уже начался. Зона отдыха на гамаках. Мама с детками там вдали отдыхает. Очень красиво здесь. Играет спокойная лаунжевая музыка. Здесь практически нет ветра. Сейчас очень хорошо загорать. Вот. Там территория дальше продолжается. И мы сейчас направляемся в бар возле моря. Есть большой пирс. Вот так выглядит пляж. Пляж песчаный. Вход в море галька. Вот так выглядит бар возле моря. Шезлонги в Риксос Бельдиби. Очень новые, их много, расположены по всей территории. Сейчас мы идем к зоне мини-клуба. Вот это все шезлонги продолжаются. Хочется постоянно смотреть на море, оно сегодня очень красивое, сливается с небом. Там вот гости отеля купаются.
видно вдали. Есть также водное развлечение. А вот территория детского мини-клуба. Горки. Сейчас мы вернулись в зону отдыха возле моря, возле бассейна. Сейчас покажу вам бассейн. Отель в данный момент полностью заполнен туристами. Но, тем не менее, по территории никто никому не мешает. Вот, бассейн очень большой.